В Государственной национальной библиотеке имени Халимат Байрамуковой продолжается декада литературы и искусства народов Карачаева-Черкесии. На этот раз встретились представители ногайской научной творческой интеллигенции молодежи. В центре мероприятия был юбилей классика ногайской литературы Суюна Капаева, которому в мае исполнится 95 лет. Альбина Ламкова продолжит тему. Выступление талантливых актеров ногайского театра стало ярким, вызвало у присутствующих самые теплые чувства. Прозвучала песня на стихи народного писателя Карачаева-Черкесии, заслуженного работника культуры Республики Дагестан, выдающейся личности ногайского народа Суюна Капаева. Он автор более 30 книг. Вся его жизнь и деятельность – образец мужества, таланта и любви к своему народу. Суюн Имамалиевич был первым героем и участником дебютной программы ГТРК «Карачаева-Черкесия» на ногайском языке в прямом эфире. Я хочу еще раз сказать слова благодарности Шахидата Заматовне Кумагуловой, нашему ученому, который писал первые статьи литературологические по творчеству Суюна Имамалиевича Капаева. Она лично его знала, не говоря о истории создания его произведений. А это все вместе, о чем сейчас я говорю, это наш Карачаево-Черкесский институт гуманитарных исследований. Вот сейчас Фарида Сидахметова сказала о том, что Суюн Имамалиевич Капаев помогал, он тянул за собой творчески одаренных людей. В своих выступлениях видный ногайский литературовед, ведущий научный сотрудник ИЧАИГИ, кандидат филологических наук Шагидат Курмангулова, журналисты нашей компании, народный поэт Карачаева-Черкесии Фарида Сидахметова и заслуженные журналисты республики Светлана Кокова, а также главный редактор газеты «Ногай ДВСЭ» Алтынай Атуова дали высокую оценку личности и книгам Суюна Имамалиевича, рассказали о его жизни и деятельности. Затем сын писателя Иса Капаев, писатель и публицист, народный писатель Карачаева-Черкесии, тепло поблагодарил библиотеку за внимание к отцу. Через культуру мероприятию придали национальный колорит, представив работы заслуженного художника Карачаева-Черкесии Юрия Карасова. Мы хотим отметить юбиляров писателей этого года. Это Булатуков Хасан Шахимович. Ему исполнилось бы 115 лет. Капаев Суюн Имамалиевич, ему исполнилось бы 95 лет. Керимов Магомед Яхьяевич, ему исполнилось бы 95 лет. Булатукову Елену Хасановну, которой исполнилось бы 85 лет. И Найманова Аждаута Махмудовича, ему исполнится 80 лет. В холле библиотеки была представлена большая книжная выставка «Грани яркого таланта». На ней выставлена литература по истории, языкознанию, литературоведению ногайского народа, а также экспонаты из фонда «Редкой книги и новинки». Особое место на выставке занимает творчество писателей и юбиляров. Альбина Ламкова, Рабият Кокова, Ислам Урумов, Вести, Карачаево, Черкесия.